Александр, позвольте начать с того эпизода, где вам дали штраф, дисциплинарный штраф до конца игры. Можете объяснить, что там произошло между вами и Егором Яковлевым? Болели они и то, что там с Яковлевым. Но продолжение словесной перепалки и не передал эмоции, что моя оценка не надо было. Александр, после третьей игры в серии «Динамо» выиграли 4-0. И что потом случилось? Реализовали все моменты, большинство не могли забить. В итоге проиграли. Можно сказать, что сегодня не Питер выиграл, а сами проиграли. То есть моменты были в первом периоде, да, то есть можно было. Были еще, да, то, что сегодня поэтому момент по сути забили. Осталось побеждать дальше. «Динамо» еще молодая команда. Можно сказать, что им хватило опыта? Все можно говорить. Все опыта, и опыт, и все. Вы рады тому, что Сергей Орешкин перед началом был объявлен, что он продолжит работу с командой следующей сезон? Вы рады тому, что он остается в команде? Рад. Радоваться. Знаю, что его поставили. Закончил, я думаю, что на той ноте, на которую мы хотели. Я видел, в раздевалку приходил Андрей Сафронов, генеральный директор команды. О чем он говорил, поблагодарил за этот сезон? Ну, конечно, сезон не удался. Я думаю, что любой готов заплатить, стал то же самое. Проиграли серию. Спасибо большое.